Два новых кредитных контракта с Беларусью планирует подписать Европейский инвестиционный банк. Об этом сегодня на брифинге сообщил вице-президент финансового учреждения Вазил Худак. Проекты затронут модернизацию автомобильной дороги М7 и системы очистки воды. Общая сумма инвестиций более 100 миллионов евро. Отмечу, Европейский инвестиционный банк начал работу в Беларуси в прошлом году. Уже успешно профинансированы два проекта по поддержке малого и среднего бизнеса, а также реконструкция Минской водоочистной станции. Планируется, что в течение 3 лет Беларусь и Европейский инвестиционный банк смогут нарастить общий кредитный портфель до 1 миллиарда евро.